В России нужно жить долго, а на Алтае надо жить еще дольше. Почему? Потому что мы живем в таких промежутках, в столь сложную эпоху, что для того, чтобы оценить свой вклад, свое наследие, и оценил не только ты, но и многие другие, нужно жить в определенной протяженности. Сегодня я хочу рассказать об одном из патриархов алтайской литературы, Иван Павлович Кудинове, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. До своего 90-летия он не дожил всего 2 года, но при этом оставил преизрядное количество книг, романов. И нельзя сказать, что эти книги уходят в историю, что они пережили сами себя, что они устарели, и что для современного поколения они совершенно неинтересны. Начинал, как большинство наших алтайских писателей, Иван Павлович с произведения о целине. Потому что, рожденный в 1932 году, он попал в эпоху взросления, в пору взросления тогда, когда проходило хрущевское освоение целинных и залежных земель. И один из немногих, он рассказал не только о каких-то картонных героях, о комсомольцах, которые приезжали осваивать алтайские степные территории, осваивать Северный Казахстан, но и о тех трудностях, которые они вызвали в результате запашки степных земель. Получилось так, что массовая запашка, глубокое перевертывание слоев, дали песчаные бури, почва высыхала и превращала этот объект в катастрофический. Вот об этом его один из первых романов «Стихия». Но период 60-х, 70-х годов – это период лито, это период цензуры, и нужно было выбрать некоторую тему, которая позволяла бы остаться самим собой. Так получилось, что Иван Павлович выбрал абсолютно верное направление, вытянул козырную карту, потому что он начал создавать исторические романы, которые можно было бы назвать историческими романами о известных и неизвестных людях. Нам хорошо известен великий художник Иван Шишкин. Мы знаем изобретателя Ивана Ползунова. Мы слышали о Григории Ивановиче Чорос-Гуркине. Мы неплохо знаем о том, что в Барнауле есть переулок, а теперь, наверное, уже целая улица Николая Михайловича Ядринцева. Но то, что одним из первых художественных переосмыслений открыл их именно Иван Павлович Кудинов, мы об этом не знаем. Вот Иван Павлович брал какую-то фигуру, которая, казалось бы, есть во всех учебниках, во всех энциклопедиях, и создавал их художественные биографии. Начинал он с повести, которая называется «Сосны, освещенные солнцем», о великом русском пейзажисте Иване Шишкине. И так получилось, что, казалось бы, все мы знаем его знаменитых «Медведей», все мы знаем его картины с изображением сосен, в которых, как правило, обрезан верхний край. Был такой художественный прием у художника Шишкина. А как он формировался, как он был представителем православной культуры, как он передал русскую традицию, мы об этом практически ничего не знали. И вот Кудинов, объехав все эти локации, в которых родился и существовал великий художник, написал об этом повесть. И сразу получил определенный партийный отклик, потому что алтайские идеологи сказали, что-то ваша повесть пахнет ладаном, и весь мир шишкинский звучит колоколами. Но здесь сыграла определенная случайность свою добрую роль. Почему? Потому что эту повесть приняли в публикации в одном из столичных изданий, и Иван Павлович сказал, ну, посмотрите, в Москве же публикуют, почему бы не опубликовать в алтайском книжном издательстве. Нечто подобное происходило с Николаем Михайловичем Ядринцем и Григорием Ивановичем Чорос-Гуркиным, первым алтайским художником, который сделал многие достопримечательности Алтая, и озеро Горных Духов, и реку Катунь, и поселок Анос, и многое-многое-многое другое, известным, но если не во всем мире, то во всей Евразии. Как писать о художнике, который основал свою собственную республику, эта республика была антисоветская, эта республика должна была иметь столицу в Каракоруме, нужно было искать какой-то удивительный ход. И Кудинову это удавалось. Он совмещал архивные материалы, он совмещал документы, он совмещал художественный вымысел, он совмещал монолог и... На первый взгляд, никаких автобиографических черт, которыми грешат большинство историков-литераторов, в его произведениях нет. Но это только на первый взгляд.
ему удалось сделать, чтобы границы разрешенного подвинулись в определенную сторону. С тем же Чорос Гуркиным в «Событиях гражданской войны» он использует внутренние монологи. Герой разговаривает сам с собой и говорит, ну какой же я сепаратист, ну какой же я пантюркист, который стремится создать государство, состоящее из одних тюрок. У меня жена русская, у меня дети русские, я воспитан русской культурой, я ученик Шишкина, я пишу полотна и выставляюсь в Томске, в Санкт-Петербурге, в Барнауле, меня знают очень-очень хорошо, я не враг советской власти. И такие внутренние монологи во многом позволяли верить тому или иному персонажу. Самое сложное в создании исторического романа не только выбрать тему, героя, собрать бесконечное количество материала, но и найти тот аутентичный язык. «Яблоко Нептона», произведение о Иване Ползунове, повествует о событиях XVIII века. Вот если вы вдруг стали литераторами и начали писать произведения о XVII-XVIII веке, вы будете использовать тот язык, на котором говорили современники Ползунова? Нет. Потому что современные читатели практически не поймут все эти составляющие. Если вы будете писать языком 20 или 21 века «Вау, князь, я в шоке», я думаю, что любой читатель, любой историк бросит вас камень и скажет, вы выдумываете и не передаете ту картину, которую совершенно необходимо передать. И вот здесь Иван Павлович посмотрел в сторону одних исторических повествователей, в сторону других и нашел свое собственное прочтение. Его герои говорят диалектным языком, языком, который характерен для той или иной территории. И если это происходит каким-то вот таким вариантом «витришаналитат», «пойдем орешки по шелкам», «пойдем мырнем», это звучит вполне аутентично, и этим героям опять же веришь. Еще одним достоинством, человеческим достоинством Ивана Павловича, которого можно назвать мудрецом, которого можно назвать справедливым человеком, было то, что во время перестроечных разного рода свар он не вступал в какие-то либо конфликты между несколькими писательскими организациями, он не воевал на страницах печатных литературных альманахах, тем более, что опыт был очень-очень большой, 20 лет он возглавлял альманах «Алтай» и был его редактором, но при всем при том он в писательскую свару не бросался, а находился несколько-несколько в стороне, и поэтому к нему шли за советом молодые, и он с удовольствием эти советы давал. Тем более, что был опыт и своей писательской студии по направлению прозы. Ну и особенно мне хотелось бы отметить последний роман Ивана Павловича, который сейчас готовится к публикации, который писался более десятилетия. И когда Иван Павлович поставил последнюю точку в черновой рукописи, внутренних и душевных сил не осталось, и он ушел в вечность от нас. Но при всем при этом роман долго готовился к публикации, редактировался, вычитывался. Убирались какие-то повторы, и буквально в середине 2022 года он появится в печати. Он уже готов и сейчас макетируется. О чем этот роман? Это первый автобиографический роман Ивана Павловича Кудинова. Называется он «Русский остров. История одной жизни». История о самом Кудинове, который служил на Тихом океане, на крейсере «Каганович», работал в военной журналистике, реализовал себя там в полной мере, вернулся на Алтай, стал известным писателем. И все это происходило совершенно замечательно. Это была бы история личная, индивидуальная писателя Ивана Кудинова, который скрывается за персонажем Сергеем Лепихиным, если бы не одно «но». И это «но» заключается в том, что 80% содержания романа – это рассказ об исторических событиях, которые происходили в 20 веке. Это ладожская эпопея ленинградской блокады. Вражеские силы направляли максимальные усилия для того, чтобы перекрыть дорогу жизни. И в ее летнем варианте, когда целая флотилия ходила по этой водной артерии, и в зимнем варианте, когда ледяная дорога была заполнена грузовиками,
Это история Корейской войны, это история Вьетнама, это история хрущевского сдачи Порт-Артура и многое-многое-многое-многое другое. И здесь Кудинову удается совместить две вещи. С одной стороны, он выступает как мудрец, который изучил кубометры архивных материалов. С другой стороны, он вспоминает себя молодого и те эмоции, те ощущения, которые были характерны для него тогдашнего. И получается, что вот это совмещение дает удивительную вещь, дает роман, который, с одной стороны, исторический памятник, а с другой стороны, яркое эмоциональное произведение молодого человека. Читайте с удовольствием, обязательно найдите «Русский остров» и помните, что Иван Павлович Кудинов современен по сегодняшний день.